Какое мое предназначение? Предназначение ваше — быть счастливым человеком. Каждый человек рожден для того, чтобы совершить свое предназначение. А какое предназначение? Прожить свою жизнь от начала своей жизни до самого конца. И какое предназначение у человека перед Богом? Жить просто. Бог вам не сказал предназначение, не сказал. Если не сказал, значит его нет. Эти вот мансы, знаете, у каждого свое предназначение. Конечно, если оно есть, какое? Детей вырастить, жить в радости, наслаждаться. Жизнь и есть предназначение. Когда выходишь и видишь, что сегодня осень, что скоро дождик пойдет. Предназначение в том, что дети растут. Предназначение в том, что вы можете что-то сделать. Стих написать, чтобы потом... Предназначение — это любовь. А это еще что такое? Человек физически может сделать для кого-то что-либо бесплатно. Для чего? Это и есть проявление любви. Смотрите, сегодня я вышел бесплатно к вам и вам с вами бесплатно провожу консультации. Вот эти бесплатные консультации — это мое предназначение. Какое? Помочь людям выйти из тупиковых ситуаций в жизни. Это мое предназначение. Почему? А что тебе от этого? Ничего. Вообще. Зарабатываю ли я на этом деньги? Я вам разве сказал, купите у меня что-то?